Йо, блять, ребят, всем здорово, с вами я, и мы играем сейчас в Doom! Да, мы играем сейчас в Doom на 60 кадрах, на убер-ультра настройках. Вот, и мы начинаем кампанию на «Сделай мне больно». Тут, я думаю, будет мне побольше времени базарить, в отличие от того, что от Майнкрафта Telltale, поскольку там обычно идут диалоги, а меня кто-то раньше просил, что типа не читай, все дела, типа ты такой пидор, вот. Сейчас тут будет в основном, я так думаю, Мочилова, вот, которая будет организовываться благодаря тому, что кто-то пидор. Вот, XAKON, мне надо проверить запись. Итак, чуваки, я вернулся, и мы продолжаем творить всякую... Они сама ярость. Жестокие, бесстрашные, неудержимые, беспощадные. Но ты будешь еще хуже. Рви их в клочья, пока не уничтожишь всех. О, найс. Мы, короче, с вами теперь качки. Вот, и, пожалуй, общую громкость я делаю чуть потише. У меня даже он орёт, и я, наверное, сам себя на записи слушать не буду. Так, параметры. Звук. Общая громкость, ну, на 57. Думаю, нормально. Так. Нажмите на У. Ну. Ну. Мы обязаны его сдержать. Это, видимо, было до того, как меня вот освободили. Вот. И у нас тут вот есть костюмчик. Мне кажется, то, что я упоролся. Это какое-то лицо. Оно настолько ебанутое, что оно и ебанутое. Вот. И поэтому мне надо поставить опять секундомер. Так. Так вот. Нажмите на У. Так вот. Калибровка завершена. Сканирование. Определить причину демонического вторжения невозможно, пока связь со спутником «Разбрез» не будет восстановлена. Здравствуйте. Я доктор Сэмюэл Хайден, глава этого комплекса. Я думаю, мы сможем работать вместе и решить эту проблему к обоюдной выгоде. Так. Тут... Минус. 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 И минус. Что-то... Все как-то дотошно легко.
твой дрободан. Имп. Точно такой же, как стикеры в ВК. Так, раз. Ой, что-то вас уже слишком много. Ой-ой-ой. Так, аптечка. Вот еще у нас аптечка. Ну. Вот так вот. Так. Броник. Так, а с той стороны что? С этой стороны у нас ни хрена нету, но и пофиг тогда. Нельзя дать ему покинуть это место. Он все разрушить. Нажмите на У. Я беру на себя полную ответственность за все ужасные события последних 24 часов. Но вы должны понять, мы интересовались их миром исключительно ради блага человечества. Да, все вышло из-под контроля, но, уверяю вас, у нас были веские причины для такого риска. Беседа, айди! Дум. Вазелиновый дум. Так, досье. Я уж был пошел потом. Ладно. Так, броня. Сюда вот забраться. Тут что-то было. Ой-ой-ой-ой. Что так жарко-то? Ой-ой-ой-ой. Так, да, он броник. Выходи. Так, минус. 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 Вон там вот еще я вижу. Давай. Где ты? Вон ты. Thank you.
Так, вон он ныкается почему-то, пытается, по крайней мере, сныкаться от меня. Не могу его выкрыть ни с той, ни с этой стороны. Так, вон он. Ладно. Вон еще быдло. Так, низкий уровень здоровья, это нехорошо. Вот, а это вообще не лучше. Одержимый солдат. А с чего вы стали такими качками, мне интересно? С каких это пор все остальные солдаты стали качками? Быдло. Так, ну. Оп. Так вот, 30 хелов. Вот так. Идеально. Ну почти. Там закрыто у нас. Достигнуто КТ. Так, вон там вот открылась у нас дверь. Ладно, идем туда. Доступ синий. Вон. Трубак там. Вот это не качок. Почему другие были качки, я не понимаю. Альце. Вот. И это не качок. А вот там ходит быдло. Будет проще мне сейчас замочить. Чтобы потом себе мозги не шайтанить. Обратно к граната. Так, тут. Thank you.
тут вот. И вот так вот. И еще вот так вот свертухи. И вот тут вот. Свертухана. Автокарта. Хорошо. Так, значится что? Мы побывали вот тут вот, но вот тут мы еще не были, поэтому нам надо идти вот туда вот. Вот тут я, честно говоря, спуска никакого вот сюда вот не видел. Так, а ну-ка. А, я понял, что это за спуск, это спуск, вот он. А как гранату-то кидать? Не пойму. Так, окей, это быстрая смена. Теперь понял. Так, нет, лучше дробовик мы оставим на попозже. А вот тут вот просто будем вот так вот без прицельного огня. Так, минус. Все заминусовали. Тут что? Тут ничего. Сильно. Гранаты? Понял. Так. Идеально. Так, тут у нас дверь не открывается. Поэтому я думаю, то, что надо вернуться обратно. Вот сюда вот. О! Оп. Так, шквальный огонь. Или микрограната. Модификация оружия. Шквальный огонь или микрограната, блин, я даже не знаю. Так, Enter. Получить. Грустный что-то такое стал сразу же. Вот. Понял я, в чем тут заключаются все приколы. Так, и... Так.
минус. Все в минусе, я один в плюсе нахожусь. Так, теперь сюда. Минус. 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 Да умри, 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 умри. Так. Промазал по говноеду. Попал. Минус первый. Минус второй. Ну, думаю, не так. По ним интересно стрелять. Такой интересный музончик сейчас играет. Наркоманский. Блин, не могу я по ним попасть. Попал. Промазал. То, что рука дернулась. И попал. Отлично. Так. И вот так. Вот так. Ах ты. Минус два сразу дал. Минус 25. Минус первый. Минус второй. Минус третий. Минус четвертый. И минус пятый. Я превратился в кишочки. Интересно, из-за чего? Из-за того, что я стрельнул гранатой или еще чего? Вот, и... Отлично, просто отлично. Меня еще в другом месте заспавнило. А вот тут было вот это вот место, я его не заметил. Хилки. Так. А тут что? А тут, видимо, спуск. Вот отсюда можно было забраться сюда. И уже идти вот так вот, и вот тут вот пройти. Сложная многоходовочка, я так скажу. Фу. Чуть не навернулся. Красиво.
Так, а ну-ка, где их побольше, где их побольше, где их побольше? Черт, я сейчас не могу определить, где их побольше, из-за того, то, что меня мочит со всех сторон. Так, вон он один. Вон второй. Так, я иду за тобой, Хилка. Я поднимаюсь к тебе. Так, и тут, по-моему, надо будет идти по монорельсу, насколько я помню. Хотя хрен его знает, но вначале мне нужно отбиться от анальных карателей. Так, вон они там снизу ходят все. Значит, перемещаюсь я вот сюда. Откуда? А-а-а! Ах ты ж. Быдло-то такое. Даже со спины-то нападает. Правда, я сейчас сам не лучше. Так. Тут у нас ничего такого полезного нету. И... Приветствуем, Буата. 221 день без несчастных случаев. Так. О, это как в третьем Думе. Так, только что-то я секретов не нашел, вообще ничего не нашел. Ну да ладно. Итак, ребят, я так думаю, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, зовите сюда.